Апрель. В средней полосе России наступило время сбора почек сосны. Почки сосны применяются при заболеваниях дыхательных органов, туберкулезе легких, туберкулезе других органов, при водянке, подагре, ревматизме, рахите, цинге, кожных заболеваниях, невралгии, против насекомых паразитов. Следует добавить, что сосновые почки – это витаминные, отхаркивающие, мочегонные и желчегонные, кровоочистительное, противовоспалительное, противомикробное средство. В народной медицине отвар сосновых почек применяется при застарелых сыпях, хронических бронхитах, водянке, ревматизме. Пары водного отвара почек употребляют для ингаляции.